Здравствуйте! Для художественного проекта пятиугольник из картона разрезали на 5 равных частей. 2 из них убрали. Нас просят записать оставшуюся часть пятиугольника в виде дроби. Давайте нарисуем наш пятиугольник. Вообще, пятиугольник – это просто фигура, у которой 5 сторон. И он выглядит примерно так. На английский язык пятиугольник переводится как «пентагон». А еще пентагоном называют здание Министерства обороны США, так как оно имеет форму пятиугольника. Так, давайте я попробую нарисовать красивее фигуру. Что-то не получается у меня. Надо подучиться рисовать пятиугольники. Вот он, наш пятиугольник из картона. Обратите внимание, у него 1, 2, 3, 4, 5 сторон. Вот почему эту фигуру называют пятиугольником. Его разрезали на 5 равных частей. Давайте и мы сделаем это. Допустим, у нас здесь будет центр. Вот первая часть, вот вторая часть, третья, четвертая и пятая. Теперь вы можете представить эти 5 равных частей. Итак, в задаче сказано, что 2 части убрали. Давайте и мы избавимся от этих 2 частей. Убираем одну часть и вторую часть рядом с ней. Мы должны записать оставшуюся часть пятиугольника в виде дроби. Сколько же частей остается? Давайте посчитаем. Первая часть, вторая часть и третья часть. Всего остается 3 части от всего пятиугольника. А сколько же частей у пятиугольника всего? Давайте посмотрим на пятиугольник целиком. Если мы посчитаем части, то всего их будет 5. Если мы рассматриваем пятиугольник целиком, то у него всего 5 частей. Следовательно, у нас остаются 3 части из 5 возможных. Значит, мы можем сказать, что остается 3 пятых пятиугольника. Также мы можем сказать, что 2 пятых пятиугольника убрали, так как мы избавились от 2 частей из 5. 3 части остается. Таким образом, остается 3 пятых пятиугольника. Ну что ж, на сегодня все. До встречи на следующем уроке.